В России стартовала информационная система «Правовая помощь». Это единая цифровая платформа для оказания бесплатной юридической помощи. Она работает во взаимодействии с единым порталом государственных услуг и другими информационными системами. Правовым порталом сможет воспользоваться любой человек. Портал содержит в себе образцы претензий и других правовых документов, которые могут граждане подобрать под свою жизненную ситуацию, также самостоятельно составить необходимые документы. В Госюрбюро за юридической помощью можно по-прежнему обратиться и лично, как это сделала Татьяна Жасанова, жительница железнодорожного района Ульяновска. У них с мужем накопилась большая задолженность по квартплате с 2008 года, плюс набежавшие пени. После их развода бывший супруг уехал. Все долги вешены на меня, одна я не могла платить. У меня пенсия небольшая. Вот, и начали снимать, из пенсии, и когда-то снимали, и полностью. Госюрбюро мне очень помогли. Было составлено исковое заявление. Добились, суд разделил первый раз счета. Вот, счета пополам через суд. 50% на 50% я свою половину выплатила. Лично в Госюрбюро за юридической помощью в год в среднем обращается около 17 тысяч ульяновцев, плюс 13 тысяч на горячую линию. Накануне к единому юридическому порталу подключили первые 10 пилотных регионов, среди которых и Ульяновская область. У нас появится возможность помочь себе в правовом плане самостоятельно. Для кого-то это упростит и ускорит многие процессы. В дальнейшем этот опыт станут перенимать и другие регионы. Что в итоге объединит всех в единое цифровое правовое пространство бесплатной юридической помощи жителям страны.